4 яйца, немножко соли и 150 грамм сахара. Перемешиваю. Вода 50 миллилитров. Какао-порошок 20 грамм. Перемешиваю. Растительное масло 50 грамм. И перемешиваю на небольших оборотах миксера. Мука 150 грамм. Обязательно просеивайте муку. Всю сразу добавляю. И разрыхлитель 10 грамм. И перемешиваю миксером на небольших оборотах. Тесто готово. Такое тесто на бисквит можно приготовить буквально за 5 минут. Выпекаю на противне размером 28 на 30 все тесто сразу. Так сделаю, чтобы тесто растеклось равномерно по противню. Духовка разогрета до 180 градусов, отправляю выпекать минут на 15, в зависимости от вашей духовки. Бисквит готов, выпекался 15 минут. Он горячий, только что из духовки. Даю бисквиту полностью остыть. Для крема молочный шоколад 200 грамм. Такой шоколад у меня, молочный. Растапливаю над горячим паром. Шоколад готов. Добавляю какао, столовую ложку. И добавляю сметану 15%, 500 грамм. Холодная, из холодильника. У меня жидкая такая. Поставлю в морозильную камеру, пока буду заниматься бисквитом. Бисквит остыл. Накрываю сверху еще одним листом бумаги пекарской, для того, чтобы снять сахарную корочку с бисквита. Сначала сниму нижний пергамент. Вот так, теперь переверну и снимаю сахарную корочку. Отрезаю боковушки. И разрезаю бисквит пополам. И каждый бисквит еще разрезаю на один, на половинку. И получился. Смотрите, какой бисквит хороший. Влажный, нежный. Также разрезаю второй корж.
Крем постоял 20 минут в морозильной камере, я его взбиваю. Крем готов. Весь крем разделила на 4 равные части. Торт готов и отправляется в холодильник на пропитку на ночь. Торт постоял в холодильнике ночь, и я посыпаю его какао. Смотрите, какая нежная красота получилась. Бархатная. Я попробовала торт. Это очень нежно, очень вкусно. Это просто тает во рту. Не сильно сладко, в меру сладко, но очень-очень нежно и сочно. И очень вкусно. И очень просто приготовить. Готовьте вместе со мной, наслаждайтесь процессом приготовления и, конечно же, вкусом этого тортика.